Осень – самое время для облепихового мороженого. Давайте его приготовим. Сахар с глюкозой соединяем в сотейнике. Нам для этого понадобится вода, кукурузный крахмал, вода для крахмала. И я буду использовать фруктовое пюре из облепихи от Fruityland Shop. Сварим сироп. Заливаем водой сахар с глюкозой. Прогреваем до полного растворения сахара. Соединяем воду с крахмалом и аккуратно вводим, помешивая в наш сироп. Увариваем до загущения, это примерно минут 10 после закипания. Подготовим гастроемкость. Облепиховое пюре. И остужаем наш сироп до 60-70 градусов. Облепиховое пюре вливаем в наш сироп, объединяем и выливаем в гастроемкость. Даем ему возможность остыть на столе при комнатной температуре. Ставим в морозилку и каждый час перемешиваем. Затем, когда загустело, разливаем в формочки для мороженого. Приготовим глазурь. Сахарную пудру с какао перемешиваем. Растворяем сливочное масло. Смотрите, не перегрейте. Растворяем шоколад примерно до 40 градусов. Подготовим силиконовый стаканчик и форму с пергаментом. Объединяем все вместе до полного растворения. Выливаем нашу глазурь в стаканчик и глазируем мороженое. Стараемся покрыть глазурью так, чтобы не было видно самого основания мороженого. Посмотрите, какое оно красивое. Пробуйте. Наслаждайтесь, этот кисло-сладкий вкус придется по вкусу тем, кто любит сладость с кислинкой. Приготовить это мороженое можно с любым фруктовым пюре. Наслаждайтесь!